Каждое добро, сотворенное тобой, оставляет в памяти особый след. Марафон добра – самое эффективное средство повысить температуру своих важных дел. И даже если вокруг не бывало холодно, в эпицентре добрых дел и помощи людям правит распаляющее милосердие и душевное тепло. Мы уже сбились со счета, сколько нуждающихся покормили. Большое количество из того реального, что мы совершаем в марафоне, это дело рук преподавателя Жанны Бель. Она учит действовать и дает деньги на продукты. В нашей школе, в которой мы учимся, есть наставник Жанна Бель. Вот она нас направила, именно к вам выбрала вас, вот, и помогла вам. Мы хотим вам вручить, вот, чтобы хоть какое-то мгновение... С удовольствием хотим вручить вам пакет продуктов. Спасибо. Вот здесь, ну, это было первое время самое такое необходимое. Спасибо вот. Большое. Нас к вам сюда направила наш преподаватель из нашей школы, где мы обучаемся, Жанна Бель, где учит нас милосердию, доброте, вниманию, чуткости. 12 лет есть мальчишка, 12 лет девочка, 10. Сегодня у нас благотворительная акция, помогаем бабушкам и многодетным семьям. И от нашего преподавателя мы передаем вам подарок такой огромный от Жанна Бель, пакет продуктов. И пакет игрушек. Спасибо. Присоединяйтесь смелее к акции. Будьте, впечатляйтесь, открывайте сердце. И верьте в чудо. И пусть добрые дела принесут столько чудес, сколько вы даже не сможете унести. Впускайте любовь. И пусть этот дерзкий азарт станет вашим новым талантом. Спасибо вам большое. Такие неожиданные сюрпризы. Огромное спасибо Жанне Бель, вашей помощи. Большое-большое спасибо. Большое спасибо Жанне Бель за ее помощь. И всем большое-огромное спасибо.